Sucks. Всем привет, ребят, с вами Егор, играем в GBS симулятор. На ЧС-2К 747 поедем 35-м поездом Санкт-Петербург Адлер от Опса до Адлера. Впереди у нас две неприятности. 3 часа немного напряженной поездки. Ну и много озвучки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комменты. 10 декабря, когда я записываю это видео, у меня день рождения, так что поздравьте меня, когда вы в будущем уже смотрите мое видео с моим прошедшим днем рождения, либо в чате премьеру, либо в комментах. Спасибо за внимание. Запускаемся. Внимание! Впереди красный. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Состав поезда находится на 2 пути. Спасибо за внимание. Так, наш состав. Вот он, наш состав. ЧС-2К 747 едет у нас в двухэтажных вагонах на станции Топсы. Ну что, Иван, я пробегусь, пока добегу. Машина идет Иван, помощник Артур. Часть озвучки старая, часть озвучки новая. Какая-то тихая, какая-то более качественная громкая. Уважаемые пассажиры и гости станции Туапсе пассажирский, на нашем вокзале работают круглосуточные комнаты отдыха. Вы можете заказать комнату 3-местную, 4-местную, 5-местную и люкс. В ваших услугах также доступен бесплатный Wi-Fi. За подробностями обращаться к заместителю начальника дежурной по станции Туапсе пассажирский. Спасибо за внимание, Ваня. Приятного просмотра. И также большой благодарность за то, что у меня 50 подписчиков на канале. Спасибо всем тем, кто подписался. Давайте добьем 100 подписчиков. Пожалуйста, если даже вы просто посмотрели на это видео, просто подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Я хочу 100 подписчиков, так сказать. Ваш подарок на мой уже прошедший день рождения. Я надеюсь, вы это сделаете хотя бы за полгода максимум. Потому что это уже дальше должен быть мой предстоящий следующий. Уважаемые пассажиры, просьба переходите пути только в положенных для этих местах. Послушайте, вон. Переходы. Надземные переходы. Подземные переходы. Благодарим за внимание, Маня. График в поезде вымышленный. Большинство людей смотрят только начало моих видео, поэтому сразу объясню, не забудьте скачать сценарий. Так, шепси для правильной работы. Ну, для правильной работы первой неисправности вы должны убедиться в том, что на перегоне 1888-1889 километра вы увидите первый встречный поезд. И в шепси надо прибыть 7:26. Даже это говорится для вот этих вот, то, что любят прям каждую секунду вот так вот прибывать. Прям в график. А дальше нужно ехать строго по графику. Прям. В двусторонней исправности может плюсануть минутки две. Так что будьте внимательны. Может 3 плюсануть?
Дорогие пассажиры и гости станции Туапсе пассажирский, на нашем вокзале работают круглосуточные комнаты отдыха. Вы можете заказать комнату трехместную, четырехместную, пятиместную и люкс. В ваших услугах также доступен бесплатный Wi-Fi. За подробностями обращаться к заместителю начальника дежурной по станции Туапсе пассажирский. Спасибо за внимание, Ваня. Впереди зеленый. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Состав поезда находится на два пути. Просим пассажиров занять свои места. Спасибо за внимание. Ну все, заканчивается посадка у нас уже. Давайте введем данные в... Что это такое? Это не клуб, это МСУД. Нам придется вводить данные в МСУД, а не в клуб. Так-с. Кнопочка L. 747. Там поезд номер 35. У нас поезд с Артуром. Здесь выдаем информацию. Все. Осталось 5 минут готовности.
сторону, правильно мне. Крепко направляемся. Ох, повисело. Я слева и справа погода не замечаю. Сигнал установлен, сигнал на глазу не подается. Активный. Сектор антизона. А тут сектор антизон. Массовый. Деревенность, когда там неправильно. Графики. Внимание! Со два пути отправляется скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Счастливого пути! Спасибо за внимание! При отправлении даем четвертый кружочек, пускаем тормоз локомотива и натягиваемся. Ставим четвертый, потому что подъем. Сейчас у нас будет 1 км в час. Так, все. И пошли в ранду. Тут надо гнать по максимуму до сотого трека. На сотом треке вы знаете почему. Не нужно дальше. Система переходит на электропневматическое торможение. Впереди мост. Передний токоприемник. Стараемся поменьше ездить на шунтах, все-таки надо экономить. 3500 киловатт ограничение. Впереди платформа. Давил 81-й, Курск давил бы. Времени лишился. Поэтому, когда надо сильно разгоняться, ставим не пятый шунт, а на СП 22-23 поднялся. Какая у нас ужасная погода в Курске. Сначала был снег, мокрос, минус 10, потом минус 1, 0, 1. Сейчас пошел дождяра, теперь там говно, снег. Завтра опять на мороз топнет, и будет голова. Бет Иван, давай ты это, ныганы. А что? Да просто это, как поговорка говорит, поспешишь, людей насмешишь. У нас он в Махачкале когда-то, я еще там работал. Один чувак, вроде Хабиб, на четверке тогда ехал, чилил,
поставил шунты, разогнался и как запищал у него клуб. ЭПК срубили, его премии лишили. Ну да, ну вот лошара. Смотри, а то таким же лошаром станешь. Смотрите, не станьте лошарами, перелишитесь. Платформа. Поехали на Сочинскую дистанцию пути. Впереди мост. Впереди мост. Впереди платформа. Впереди мост. Впереди платформа. Впереди мост.
впереди платформа. Я не буду понимать вас. Я попробую. Впереди станция. Внимание! Впереди желтый. Впереди мост. Внимание, белый. Локомотивный белый. Впереди платформа. Впереди зеленый. Локомотивный зеленый. Внимание, внимание, на второй, на второй, на второй. Нечетный, нечетный, пассажирский, пассажирский. На стоянку, стоянку, стоянку. Thank you.
Над вами прибыл скорый поезд номер 35. Спасибо за внимание. Проверьте давление тормозных цилиндров в обеих секциях. Машинист 2071, ответьте Д, С. Буду принимать вас по первому пути на проход. Верно, выполняйте. Сейчас должен проехать 2071. Внимание! Белый. Платформе. Вот сначала белый, потом зеленый, потом красный. Впереди зеленый. Внимание! Впереди красный.
отправляться нам придется под желтый. Но может кому-то повезет и прям перед отправлением хочется зеленый. Внимание! Впереди желтый. Внимание! За два пути отправляется скорый поезд номер 35 в Санкт-Петербург-Адлер. Счастливого пути! Спасибо за внимание! Дальше, если... Ну, дальше надо будет отправляться с третьей позиции. Первое очень. Впереди зеленый. Вот у меня прям перед отправлением отключился зеленый. Отпусти передний токоприемник. Не обращайте внимания на вот это минус 8. Это ошибочно. Уже до симулятор думает, если я еду 5 и меньше 5 час, то значит я стою. Только я поеду 6 км в час, он сразу повышает градус. Считаем, что мы отправились 32 минуты. Старайтесь с ним не делать, как я готовлю. Внимание! Белый! С 35-го от Петенце. Слушай, что опять случилось? Короче, нам нужно пропустить 67-й. Понятно. Перекрываю вам входное на скорешение. Останавливайтесь, пропускайте. Отправляйтесь по моей команде. Понятно. Перекрывайте мне входное на скорешение. Тоже пропускаем 67-й и отправляемся по вашей команде. Верно выполняйте. Внимание, впереди желтый. Впереди танк, впереди опасное место. Впереди тоннель.
Тут нужно очень много ехать. Который скажет о красном сразу тормозим до 20 км в час. Держим эту скорость. Так, Дед Иван, тянемся, останавливаемся по моей команде. Вот останавливаемся по команде помощника Артура. Не помощника Артура, в смысле помощника Артура. Подтвердите бдительность. Отключи тягу. Отпусти передний токоприемник. Внимание! Торможение до остановки. Остановка, Дед Иван. Пропускаем 67-й. Внимание! Электровоз заторможен. Проверь давление тормозных цилиндров в обеих секциях. Машинист 35-го, ответьте ДНЦ. Слушаю. Так, внимание, открываем вам выходной на скрещение. Желтый верх не мигающий. Скорость по стрелкам 40. Понятно, открывайте мне выходной на скрещение, желтый верх не мигающий. Скорость по стрелкам 40. Верно выполняйте. Можете. Объявляю минуту готовности. Слева по поезду без замечаний. Выходной открыт. Скорость по стрелкам 40.
Отправляемся. Понятно, слева, справа, поезд без замечаний. Входной на скрещение открыт. Скорость по стрелкам 40. Отправляемся. Впереди зеленый.
платформа. Впереди платформа. Маркер там далеко стоит, но... Там на конце станции. Мы там по станции 8, мы, короче, разгонимся. Будем проводить. Плохо, что там перед Лазаревской СОК. Просто опять сключение. Мы не прямо едем, а поворачиваем. Впереди мост. Впереди платформа. Впереди желтый. Впереди платформа. Впереди опасное место. Ну, как я и говорил, плюс 3.
на секунду раньше повезло. Ну, считай, просто гони так же, как мы просто. Подтвердите бдительность. Впереди зеленый. Впереди мост. На приближении к станции Лазаревская. Ответьте ДНЦ. Машинист, ответь по этому служу. Выходной вам открыт. Принимаю вас на второй путь с графиковой стоянкой. Понятно, принимайте на второй путь. Выходной открыт, графиковая стоянка. Форму выполняйте. Впереди станция. Внимание!
Впереди мост. Thank you.
переход. Уважаемые пассажиры, на 2 путь прибыл скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Спасибо за внимание. Электровоз заторможен. Проверь давление тормозных цилиндров в обеих секторах. Шара на 3 минуты. Плохо. Плохо. Очень плохо. Несмотря на то, что я влетал. Я вот тут где-то начал тормозить. Я в станцию влетел на скорости 70. Надо было еще лететь. Хотя нет, я достаточно плавно, хорошо оттормозился. Ну, последний вагон рядом со зданием вокзала. Сбегаю я назад. Получается 3 пути, чтобы принимать поезда пассажирские. Вот так вот. Я понимаю, один путь на север, 2 пути на юг. Я думаю, вот это вот главный путь посередине. Могут использовать поезда, идущие на север. Пустой. Ну, пришлось вот заехать электровозом на первую дверь сюда. Я, наверное, на 950 трек исправлю. Ссылку исправлю, скину.
заказал еду. Это 4 роллы куриных и 4 наггетсы. Перекушу, что ли? Роллы очень вкусные. Наггетсы. Это из Шулиган Ниндзя Фуд. Из Курска. Но наггетсы такие все получше. Дальше куряне, которые меня смотрят. Заказывайте еду в Ниндзя Фуд. Очень вкусные. Единственное, я за это пожелал, но даже если будете заказывать, будьте всегда осторожны. В этот раз нам не доложили наггетсы. Нам еще раз попросили наггетсы и еще раз пачку картошки.
Ну что ж, я перекусил. Можно с новыми силами ехать дальше. Конечно, мы сейчас не отправляемся, мы отправляемся через где-то 2-3 минуты, потому что мы опоздали. Да, это если я где-то поставлю 950, то ну, где-то около таблички будет стоять. Лазаревская вроде еще не субтропики. Хотя может уже и субтропики. Но в Сочинском регионе. Лазаревская это Туапсинский регион. Или. Ой, какой регион? Как? Ой, район. Вот Лазаревская это Сочинский район или Туапсинский. Не Туапсинский странно, что тут пальмы. Нет, они, конечно, тут будут расти нормально, но лучше им растется в Сочинском районе. Вот еще какие-то маленькие пальмы. Сейчас отправляемся в 17 минут. Смотрите, а вот тут трасса исчезает. Внимание! Со два пути отправляется скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Счастливого пути! Спасибо за внимание! Подтвердите бдительность.
раз там. Здесь. Наверное, вон там все. Это близко. Дороги. Подтвердите бдительность. Превышение максимального тока. Набор позиций запрещен. Thank you.
платформа. Впереди платформа. Впереди платформа. Впереди станция. Thank you.
мост. Впереди опасное место. Впереди мост. Вот он, самый высокий мост в России. Слева от нас. Это автомобильное трасса выходит. Впереди опасное место.
Впереди данные. Thank you.
впереди зеленый. Я слышу, что несколько через 2К переборудовали не только через 2К, а через 2КЕ. У них, короче, не через 2К, а нет, через 2КЕ поставили. Приехали 81-го снега, вот там поставили дополнительно. И они, так как у них тут новая программа, они, короче, ехали на полудень. Ну, да, зато и скорость. Вот сам. Хорошо, это не реализован симулятор. Ага. Но это надо делать отдельный поезд. А с вами через 2 где-то физику взять. С него, ну то есть разгон. Тормозаю все такое. Ну добавил, понимаете, вот это выглядит все это. Было бы очень круто. Как графику проверить. Впереди что-то 50-70. 50-70. Потом 40, потом 70, потом 80. 40. Да. Вверх вниз, вверх вниз. Ну, мы нагнали график. Ну, молодцы. Сейчас я буду гонять раньше, потому что посидеть. Секунд 15. А! Здравствуйте. Что, давайте на скорости больше не будем. Графика тяжелее становится. А, у нас у нас мягко даже есть. Я забыл. Тяжем берем. Thank you.
Впереди платформа. Да, чтобы путь сам себя на городской ссылке выходно вам открыть оперативный машинист 35-го принимает меня на второй путь на графиковую стоянку выходной мне открыть видите. Да.
все пока. Нагонял, это смысл уже. Впереди платформа. Внимание, белый. Еще лучше, еще лучше. Впереди зеленый. Зачем это тупик? Это типа если мы успели перевести стрелку, чтобы уж не спорить. Ну да. Впереди мост. Это типа... Зачем тут тупик? Тут... А, тут, видимо, собираются строить второй путь. Вот, да, тут какая-то насыпь. Второй путь собираются строить тут. Если пробуешь смену способность. Сквозь деревья. Впереди платформа. С камень напишите в главах, мне все не форма. Да или нет? Прям пишите свисток, это да, типа нет. Ну, да. Пальмы там растут. Ну, тянем
поднимемся. Вон там треки. 1868. Еще 3 трека тянутся. А сейчас что? Нас объехать можно. Уважаемые пассажиры, на два путь прибыл скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Спасибо за внимание. Внимание! Электровоз заторможен. Проверь давление тормозных цилиндров в обеих сетках. У нас 3 минуты. Короче, привезем мы пассажиров в 10 утра. Отель у них, наверное, там уже забронированы. Этот отель расположится и там. Пипец, хочу все стоп. Так круто. Слушай, вообще не разу. Пойдем в следующем летом в отпуск. Уже 9 вечера. А, даже пешеходный переход есть один. Этот мы, правда, закрыли прямо перед вокзалом. Ну, ничего страшного, пробегу. Могу перебежать. Ровно 2 часа. Еще раз не может стоять. Внимание! Со два пути отправляется скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Счастливого пути! Спасибо за внимание!
передний токоприемник. Стартануло, да. Всё, сейчас чуть-чуть поедем. Поэтому по месту на ландшафту. Ой, профи. Ландшафт технистов. Даже горный. Внимание! Протест впереди станция. Внимание! Впереди желтый. Зеленый.
платформа. Не грузится холосток катиться, когда я пошу. Впереди станция. Впереди платформа. Впереди желтый. Проехали в поселок Тугамыс. Вот такой, даже не назовешь его курортом. Может кто-то приезжает, потому что тут пара гостиниц есть. Не так, как в Кабирово, не взрослый.
Ну, хост выкладываю, скажу, на одном. Ну, а дальше идут там всякие полонесы, цисты. И подмешали чемитук. Чемитук ладжи. Водопадли. Шипси. Шипси. Приближение станции Сучи. Машинист 35-го слушаю. Принимаю вас второй путь. Выходу открыт. Вас понял. Принимайте на второй путь с остановкой. Выходной мне открыт. Выполняйте. Ну, самое крутое, просто это случай отбор на американский город. Платформа. Еще
внимание, впереди желтый. Ошибся, не 10-тысячная, а 7. А вот это вот это будет получше. Ну, по сути, у нас по станции не 50.
Впереди платформа. Впереди зеленый. Спасибо за такую непонятную вручную скорость. Уважаемые пассажиры, на 2 путь прибыл скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург. Спасибо за внимание. Еле поместился. Ну, вот это вот еще можно. Чего? Что это? Вагоны подцеплялись в поезд. Стоим по 8 минут у нас. Надеюсь, 2070. Ну, теперь со скоростью 60 уже сменился. Важный вид уже исчез. Всех станциях, где есть остановка, кроме Шепси, писать маркер. Пока чисто. Если вы этот сценарий будете проходить, это уж. Думаю, может, будет достаточно одного просмотра. Кстати, вот вагончики на 140 метров в час. И мои, где? И мои на 160. В общем-то, нигде не написано. Какая-то озвучка есть по станции. Раз, два. Это информатор. Да, точно, я же вспомнил, по сути, продолжение заканчивается по сути. Ну, после Сочи двухпутка.
Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Состав поезда находится на два пути. Спасибо за внимание. Через чуть меньше, чем 3 минуты будет заканчиваться посадка. Потом мы все увидим. Так, что это столько? Это динамики, что ли? Не знаю, что это. Вокзал в Сочи. Автор писал, что взял модели его с вокзала Симферополя, потому что они делаются одинаковые архитекторы. Ну, просто написал Сочи. Рисовал. Портит вид вот эти вот вагоны, если бы их нормально поставили. Ну, с той стороны горы, человейники, трасса. С этой стороны человейники, отели, дома, торговый центр, вокзал. А впереди спуск, окончательный спуск горы. Оста. Снахуан для рейсчок. Если бы не эта игровая статика, можно было бы делать въезд в Сочи на первый и второй путь. На первый так можно, но это надо будет самому корректировать, чтобы выехать на этот путь. За симулятор путь, конечно, не видит. Мне даже не добавилось, что не видит. Надо будет корректировать. Дальше придется проезжать на вот эти вот два главных пути. Даже путей. Раз, два, три, четыре. Даже 7 пассажирских. Так, у нас сейчас за 3 минуты до отправления будет заканчиваться посадка. Ну, за готовностью у нас не будет. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Состав поезда находится на два пути. Просим пассажиров занять свои места. Спасибо за внимание. ТСКБМ стоит. А есть ЕСАУТ, есть КУП, еще автоведение, ЕСАУТ, есть вода, как я напишу. Это Ви, ВЭ, я не знаю, что это все обозначает. Все получается, через минуту мы, получается, отправляемся. Да, через минуту отправляемся.
там похожа на стоянка. 2-3 минуты где-то. Потом подойдет только дальше. Что-то озвучка отправления не сколько. Нам желательно отправляться прямо перед озвучкой. Но придется нам не до 33, а до 33 минуты только ставить позиции, пускать локомотивный тормоз, да, потихоньку стартовать. Отправляется скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Счастливого пути! Спасибо за внимание! Превышение максимального. На какой скорости мы выйдем из Сочи? Мы так прям взлетели. Вау, деревья. У нас платформа. Так, сколько, сколько. Потому что мы прям хорошо разогнались. 35. Встречка. Просится у них там что.
Впереди станция. Впереди мост. Теперь долго будем ехать по Сочи. Самое главное, это же микрорайон Сочи. Впереди путепровод. Сочи большой город. Почти мегаполис. Вот настолько, что мегаполис. Сочи, наверное, почти. Впереди мост. Кстати, хорошие новости. Через недельки-две выйдет новый маршрут Володы Кисловодск. Сейчас уже даже там спонсорами, разработчиками там всякие. Это не понятно, как происходит. Это заправка, что ли, тут? А что это?
больше 930 метров, это приближение к станции просто третье до СПИ. Больше 935-го слушаю. На второй порции графика с татушкой. Выход. Принимайте на второй путь на графику стоянку, выходной открыт. Впереди платформа. Причем на этом вот нужно.
остановились. Тут ничего. Может, это вот старое? Может, тут мы сдаем экзамен. Уважаемые пассажиры, над вами прибыл скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Спасибо за внимание. Через минуту уже тронется. Вот тут и чудо, блин. До него можно будет долететь. Все равно на минуту, тем более на минуту опаздываю. Что должен уже отправляться. У нас только 54 минуты. Ограничения. О, Кадлер уже 50. Так, что-то там. Где? Он решил просто на запад ехать. Ну ничего, он не помешает, он сейчас вперед просто пройдет и все. Сброс это называется. Назад его скинуть, оказывается. Что, отправляемся? Внимание! За два пути отправляется скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Счастливого пути! Спасибо за внимание! Через 10 минут должен быть в отеле.
Что взяли, чтобы они размывали тут место еще? Yes.
впереди желтый. Впереди платформа. Подтвердите бдительность. Поймем всякие тут распространяются. Человечки. Подтвердите бдительность. Я понял, то, что нам это не нужно. Подтвердите бдительность. На стыльке мы берем эту трассу. Отключи тягу. Внимание! На второй путь прибывает скорый поезд номер 35. Будьте внимательны и осторожны. Торможение до остановки. Уважаемые пассажиры, внимание, на два путь прибыл скорый поезд номер 35 Санкт-Петербург-Адлер. Спасибо за внимание. Цилиндров в обеих секциях. Хорошо, приехали на Адлер графиком. Давайте поменяем время, что ли. Короче, пройдем вперед, попробуем съехать вот сюда на первый путь. Спасибо.
белый. Стандарт может завершиться через 100 секунд после прибытия. Но я хочу поманеврировать. Отпусти передний токоприемник. Мне хотелось бы вот сюда съехать. И в тупик. Сюда пройдем вперед за стрелку. Электровоз заторможен. Проверьте давление тормозных цилиндров в обеих секциях. Меняю кабину. Белый. Отпусти передний токоприемник. Надеюсь, мне сейчас не правит. Если не правит, то бросаем электровоз. Даже повторяю, вы можете не маневрировать это. Вы можете отъехать, как хотите, короче, маневрировать. Нет, у меня просто стало. Электровоз заторможен. Проверьте давление тормозных цилиндров в обеих секциях. Абсолютно все выкинули. Так, выкачиваем воздух. Я дурак. Надо включить электровоз.
Прокачиваем воздух. Ой, блин. Смотри, что-то не так. Давай. Чего воздух не качается? Сейчас все убираем. Короче, затормозили мы электровоз. Такая вот немного тяжелая поездка у нас удалась, особенно с маневрами, какая-то хрень, хотя выехать не получилось. Ну, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, не забываем про 100 подписчиков. Всем удачи, всем пока, я пошел отдыхать.